Добрый день, дорогие, добрый вечер, у кого-то может быть доброе утро. Мы рады приветствовать каждого из вас. Давайте мы сейчас просто, знаете, поаплодируем, потому что у нас сегодня праздничный день. Да, правда? Аллилуйя! Дорогой друг, брат и сестра, ты можешь тоже взять и просто поаплодировать себе, поаплодировать нашему Отцу за то, что этот знаменательный день все-таки наступил. Начало, открытие второго потока, курса созерцательной жизни. Аллилуйя! Это будет такое удивительное время. Это будет такой удивительный момент в твоей жизни. Это будет что-то особенное. Я хочу тебе сказать, что это действительно будет переломный момент в твоей жизни. Я с уверенностью могу сказать это, потому что все, что мы видели на первом потоке, это было так потрясающе. Видеть, как жизни людей кардинальным образом изменяются. И это не просто какая-то теория, это не просто какая-то информация, но это то, что Отец Небесный, наш любящий Папа, производит в жизни своих детей. Это действительно реальная, ощутимая перемена, которая произойдет в твоей жизни. Скажи аминь. Просто возьми и скажи, эта перемена произойдет в моей жизни. Эта перемена происходит уже прямо сейчас. Потому что Отец мой производит во мне хотение и действие по своему благоволению. Отец еще от начала думал о тебе. Отец от начала планировал твое нахождение на этом курсе, твое нахождение в этом месте Духа. Потому что я хочу тебе сказать о том, что есть разные места Духа, есть разные состояния, в которых ты можешь находиться в тот или иной период своей жизни, в то или иное время. И Отец Духом Своим поместил тебя сюда для того, чтобы взрастить, для того, чтобы открыть твои глаза и показать тебе свою красоту, чтобы показать тебе, насколько ты славный сын, насколько ты славная дочь, и как много Он уже подарил тебе, как много Он уже дал тебе. И этот курс, это будет реальная распаковка того, что у тебя есть. Аминь. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Дорогой друг, просто подними сейчас свои руки. Ты можешь закрыть сейчас свои глаза. Аллилуйя. Просто пусть ничто сейчас не терзает Тебя. Пусть все мысли о работе сейчас уйдут. Все мысли о семье, может быть, о детях, о каком-то телесном переживании, может быть, какая-то боль тебя еще терзает. Пусть это сейчас опустится, и голос Божьего Сына будет громче всего, потому что здесь, на небесах, вечное торжество. Слава Божья, она течет через тебя. Сейчас Дух Божий течет через тебя, сметая все, что мешает концентрироваться, убирая все, что мешает познавать славу Божью. Глаза сейчас открываются на проявление Божьей славы. Глаза сейчас открываются на то место, в котором ты сейчас находишься. И я хочу тебе сказать, что ты находишься здесь, на небесах. Тебя окружают ангелы Божьи, тебя окружает облако свидетелей, церковь первенцев, наши братья и сестры, и они здесь вместе с нами будут ликовать и торжествовать в присутствии нашего любящего Отца. Аллилуйя! Аллилуйя! И мы будем славить Его. Ты готов? Спроси у своего соседа. Может быть, посмотри, он там не уснул случайно ли? Можешь толкнуть его и спросить, ты готов? Ты готов? Готов. Аллилуйя.
Наполняю с тобой.
Плечет меня, и я
влечет меня, и я навеки побежден тобой. Влечет меня, влечет меня твоя любовь. Влечет меня, и я навеки побежден тобой. Влечет меня твоя любовь. Влечет меня, и я навеки побежден тобой. Твоя любовь, она влечет нас. Влечет твоя милость, она заставляет восторгаться нашу внутренность. Отец, твоя любовь. Твоя любовь — это то, что безвозвратно купило каждого из нас. Ни какой-то закон, ни какая-то заповедь, ни какая-то религия. Отец, твоя любовь — это все, что нам надо. Твоя любовь — это все, что есть у нас. Твоя любовь заставляет подниматься нас утром. Твоя любовь заставляет нас идти вперед. Твоя любовь. Как поток сладости и наслаждения, как радостное утреннее солнце. Отец, твоя любовь, твое присутствие в нашей жизни и наше присутствие в твоей жизни. Как это ценно. Отец, ты все, что есть у нас, и все, что есть в нашей жизни, оно от тебя. Мы не устанем радоваться этому. Мы не устанем благодарить Тебя за все, что есть в нашей жизни. Самое лучшее, самое качественное. Потому что Ты заботишься о каждом ребенке своем. Отец наш, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Promise.
Аллилуйя, Отец, Ты так любишь нас. Ты яркий и сильный свет. Ты поток. Да, Ты свет, яркий и сильный, Ты любви. Источник обильный, Твой поток наполняет нас. Небеса над нами открыты, чудеса, так сильно явил Ты, Отец, Ты так любишь нас. Дал Ты свет, яркий и сильный, Ты любви, источник обильный. Умножению Твоего владычества нет предела. Твоя любовь достигает самых отдаленных уголков Вселенной. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что сегодня Твой поток течет в этом эфире. В этой купальне Твоего Духа. Есть место каждому, каждому, каждому. Благодарю Тебя. Сегодня Твой поток и голос Твоего возлюбленного Сына оживит, воскресит, исцелит. Спасибо Тебе, что Ты здесь. Его Дух сейчас течет. Его Дух течет сейчас. Ты можешь чувствовать себя обласканным Его Духом. Отец, Твои объятия обласкивают сегодня каждого. Они будут ласкать каждого, кто будет смотреть это.
Аллилуйя. О, я так захвачен Твоим потоком. Река жизни, которая течет от престола Твоего Отца, она течет прямо сквозь Тебя сейчас. Она сейчас наполняет. Это тот самый дух жизни, законы которого постановляют сегодня в Твоем духе, в Твоей душе и в Твоем теле. Постановляют жизнь, исцеление, свободу, расширение границ, смывая нищету, смывая бесчувствие с твоего сердца, смывая всякую ложь с твоего разума, разрушая всякий контроль религии, оккультизма, колдовства, проклятий, всякой этой лжи. Прямо сейчас Отец, Он хочет прикоснуться к больным людям. Евангелие всегда сопровождается исцелением и чудесами. Пускай помазание сейчас проявится на твоем теле. Я говорю, помазание проявляется на твоем теле. У кого-то физически масло, как знамение силы на твою жизнь. Сейчас дыхание Отца, оно направлено на тебя. Сдайся его потоку сейчас. Сдайся его потоку сейчас. Помазание течет через твое тело. Помазание течет через твой разум. Помазание вторгается в круг твоей жизни. Помазание наполняет семейную сферу. Tina la la mai signore di San Dio Murakai, a saura la ragiana mei San Dio Murakai. Rimai, se dare gimura la ragia massai, di affiara la nastira, di mana schenta mare. Я вижу сейчас, как утихает сильная боль в теле. У кого-то сильная боль вот здесь, вот в туловище, где-то внутри. И эта боль уходит сейчас. Уходит. 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 Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, захвати сейчас каждого человека. Просто сдайся сейчас. Пусть это бурная река, помазание, это бурлящая золотая вода, она захватит сейчас тебя, она вырвет тебя сейчас из твоих обстоятельств, из твоих черных мыслей, из твоего ропота, из твоего бессилия. Просто сдайся этой реке. Аллилуйя, пусть это живая вода. Она пронижит твое тело, выметая всякий мусор, всякий хлам из твоих внутренностей, из твоих мозгов, из твоих мыслей, из твоих обстоятельств во имя Иисуса. Во имя Иисуса подними сейчас руки там, где ты находишься. Пусть образуется этот портал.
пусть ангелы во имя Иисуса, они сходят и не сходят в твою жизнь, творя все новое во имя Иисуса Христа. Ты смотришь сейчас на свои руки, они покрыты золотом, они покрываются блестками, потом больше и больше, превращаясь в золото. И как говорил один замечательный маленький мальчик, это просто ангелы в небесном Иерусалиме подметают улицы, покрывая тебя этим золотом. Отец хочет радовать тебя. Отец хочет удивлять тебя. И то, что ты сегодня в этом эфире и на этом курсе, это говорит о том, что это время, лето Господне, благоприятного, оно наступило во имя Иисуса. И дни сетования в твоей жизни, они закончились. Закончились. Аллилуйя, мы славим тебя. Мы славим тебя, великолепный Божий Сын. Мы преклоняемся перед тобою. Мы говорим тебе, ты великий, ты добрый, ты всемогущий. Мы обожаем тебя, ты наш папочка. Ты не злой господин, ты отец наш. Ты добрый, любящий папа. Аллилуйя. И пусть это откровение сегодня, оно наводнит чью-то жизнь. Бог добрый. Бог добрый. Бог добрый. Аллилуйя. Давай еще несколько мгновений помолимся, подставимся сознательно под Его поток. Я знаю, что Отец, Он хочет еще исцелять. Я внутри чувствую, что Его исцеляющее действие, оно еще не закончилось сегодня. Еще несколько человек, вы должны как минимум принять сегодня свое исцеление. Скажи со мной «исцеление». Скажи «мой отец – это исцеление». «Мой отец – это жизнь». «Мой отец – это свобода». Это имя Его. Скажи «помазание». Помазание. Помазание. Подними сейчас свои руки. Аллилуйя. Подними свои руки, просто чувствуй, как Его река жизни течет через тебя. Учись потоку, мой друг. Учись потоку. Аллилуйя. Твоя внутренность, она расширяется сейчас. И течение, 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 течение жизни. Аллилуйя. Скажи со мной, течение. Дух жизни течет через меня. Дух жизни течет сквозь меня. Помазание течет сквозь меня. И распадется ярмо от дука. От помазания распадается сейчас ярмо болезни. Я вижу оковы боли, они сейчас распадаются. У кого-то боль в костях. Я сейчас вижу метастазы во имя Иисуса Христа. Разрушаются все демонические поползновения. Всякая онкология, дух рака во имя Иисуса. Я высвобождаю помазание на твое исцеление. Будь полностью исцелен. Тело прими исцеление. Душа прими свою свободу. Круг жизни наполни сейчас. Аллилуйя. Положи тебе руку на свое больное место, где у тебя там воспаление, что-то болит или разрушается, или есть какая-то дисфункция. Во имя Иисуса Христа. Болезнь, убирайся вон. Жизнь течет, и болезнь уходит.
во имя Иисуса. Жизнь течет, и болезнь уходит. Ты можешь чувствовать, как течет по тебе небесное масло. Это специальная Божья субстанция, которая исцеляет тебя. Также я всегда молюсь за разум, поэтому положите руку на свою голову. Сейчас прямо я услышал, человек, у вас сотрясение мозга было, из-за этого проблемы сейчас с головой, какие-то боли с мышлением. Во имя Иисуса Христа последствия сотрясения головного мозга уходят прямо сейчас. Головной мозг с его сосудами и тканью, структурой восстанавливается и исцеляется прямо сейчас. Всякий ушиб головного мозга уходит, исчезает, разрушенная ткань восстанавливается. Я разрушаю всякий контроль над твоим разумом. Я говорю, Дух Божий течет через твой разум свободно и ясно, без всяких ограничений. Мудрость приходит на твой разум. Мудрость обитает с разумом. Помазание на твою голову. Елей на твою голову. Сейчас у кого-то даже стекает елей по лбу, вы можете видеть, жирный такой лоб становится. Елей, аллилуйя. Это небесный елей течет прямо по тебе. Отец, спасибо тебе за невероятную свободу. Спасибо тебе, что ангелы твои служат. Глаза открываются. Свобода приходит. Исцеление проявляется. Во имя Иисуса мы благодарим тебя. Благодарим тебя за каждого нашего друга. Благодарим тебя за каждого, кто нас слушает. Благодарим тебя за этот поток. Аллилуйя. Я еще хочу высвободить исцеление мочевого пузыря от цистита во имя Иисуса Христа. Мочевой пузырь, исцелись прямо сейчас. Исцелись во имя Иисуса. И я видела еще кожные покровы, покрытые множеством маленьких папилом. Прямо сейчас я приказываю каждой папиломе, засохни во имя Иисуса. Просто засохни, отвались, исчезни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Отец. Давай прославим нашего Отца. Скажи, слава тебе, ты достоин. И славься, славься, славься и славься. Аллилуйя. И там, где ты есть, ты можешь прямо поаплодировать, можешь что-то воскликнуть или даже подпрыгнуть. Аллилуйя. От радости так попрыгай. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо тебе. Амин. Какие вы сладенькие все, хорошенькие. Наши небесные пирожочки. Привет всем, друзья. Белорусский дар приветствует каждого. И мы вас всех обнимаем просто руками Духа. Ты можешь почувствовать объятия наши. Почувствовать нашу любовь, почувствовать наше уважение к тебе. Независимо от того, сколько у тебя сейчас времени, потому что я знаю, что на этот курс записалось очень много народа. У нас снова 1300 человек, как и в первом потоке. Это вообще такая радость. Друзья, у нас, я чувствую, будет поток за потоком. Мы, между прочим, это предвидели. Мы говорили, что и второй поток будет 1300. Ну, это у вас вера такая. Я не предвидел, честно. Это мои тут ребята предвидели, а я скромничал. Я думал, ну, там хоть бы пару человек еще записалось. Да, пару тысяч. Друзья, мы приветствуем вас, где бы вы ни были. Мы вас любим. Еще раз говорю, мы вас обнимаем. У нас сегодня будет славное время. В конце нашего сегодняшнего открытия у нас будет молитва, и я буду молиться за наделение властью. Аллилуйя. Это не то, чтобы тут кто-то раздавал власть, это просто будет действие Божие, которое откроет тебе новые грани владычества Божьего.
Поэтому сегодня я буду говорить об этом, сегодня я буду молиться об этом, но прежде всего мы сделаем несколько объявлений. Давайте поаплодируем нашим левитикам. Ну, столько красивых и нежных слов вы сейчас почитаете. Все просто в восторге от вас. Реально. Да, да, да. Сказали, я уже там... что группа прославления не подкачала, как всегда. Вы знаете, я когда им... Ну, мы молимся перед такими вот эфирами все вместе. Я говорю, слушайте, ну спойте так, чтобы я вышел, сказал, вот об этом вся и речь. И ушел. Чтобы все исцелились, все освободились. Я вам хочу сказать, друзья... Мы верим в купальню, мы верим в поток. Кто учился и есть в наших чатах, где мы общаемся, может засвидетельствовать вам и десятки, и сотни, и уже, наверное, тысячи свидетельств о том, что люди, вы представляете, они в наш чат только заходят, и у них уже любовь, радость, помазание, сила приходит. И я вам хочу сказать, что это не просто так. Это не потому, что, знаете, как любят успешные люди говорить, ну, это Бог нас благословил. Бог нас давно благословил. Просто мы поняли, что это благословение имеет огромные грани. Я сказал, слушайте, мне вот это вот, знаете, хочется, чтобы каждый человек еще только нужду написал в чат и уже чувствовал, что Бог действует. И это действие, оно, друзья, умножается и усиливается. Сегодня, по крайней мере, в чате царит торжество. В чате царит небо. И поэтому я хочу сказать, что мы ко всякому так служению относимся. Вот вышли ребята, и я говорю, слушайте, ну, не так, что, знаете, как у там больших помазанников, что сначала мы поем, а потом помазанник выходит и исцеляет там. Нет, у нас каждый вздох – это чье-то исцеление. Каждый вздох – это чья-то измененная жизнь. Потому что написано «все дышащее дохвалит Господа». И наше дыхание сегодня – это благословение в твою жизнь. Это торжество в твою жизнь. Это трансляция неба в твою жизнь. Вот что такое настоящее служение с небес. А давайте все вместе, вот прямо на всех наших пирожочков подунем. Да. Все вместе. И у кого-то волосы так... что? Аллилуйя. Я знаю, что это даст плод. 100% сейчас пережили люди, я знаю, что... Да, у кого-то огонь на голове там появился, у кого-то еще что-то появилось на голове. Главное, чтобы на голову вороны не садились, остальное все. И вот, друзья, представляете, что Отец нам доверяет. Мы хотим, чтобы вы радовались вместе с нами. У нас начинается новый цикл. Это будет 40 дней радикального прозрения. Я знаю, что некоторые с первого курса все-таки затесались на второй поток. И мы об этом знаем. Мы об этом знаем всех пофамильно. Там, да, поэтому... Скажу так, так делать нельзя, но за вашу волю к победе, за вашу заинтересованность в царстве, вы можете не скрывать больше этого, потому что мы вас прощаем. Эй, ну сейчас все ломанутся. Нет, 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 мы вас прощаем, но имейте в виду, что так делать нельзя. На самом деле, все, ну честно, это усложняет нам немножко техническую жизнь. Я хочу сказать, дорогие друзья, что сегодня, вот прямо сейчас, регистрация тех людей, которые были на первом потоке и пытались просочиться сюда, она точно заканчивается, больше такого не будет. Но для новых людей... И Катя Легчак возрадовалась. Катя Легчак, наш технический директор, ну, директор медиаслужения, она уже сегодня говорит, закрывайте регистрацию, потому что я уже тут все, зашиваюсь. И я ей пишу в личку, я говорю, Катечка. Наша регистрация закончится в 12:00 в понедельник. Мы продлеваем регистрацию для новых людей до 12 часов дня понедельника. Завтра выйдет первый урок. 6 утра. А следующий урок будет во вторник. И поэтому мы делаем вот эти два дня для того, чтобы вы могли
кто не успел, там что-то технически у вас не получилось, придите в себя. И мы решили в этот раз так сделать. Поэтому добро пожаловать. Регистрация продолжается еще 2 суток. Халлелуйя. И это точно от Духа, потому что мы вместе, не сговорившись, приняли это решение и озвучили уже, когда ехали. Ну, мы ехали в такси с Олей, посмотрели друг на друга, продлеваем, и решили продлить. До понедельника в 12 часов дня регистрация будет полностью закрыта. Даже я если все. Вы позвоните в 1:01 в 12:01, нет. Вот точно нет. Но до 12, пожалуйста, Катя Легчак. And company. Катя Легчак. Друзья, когда вы с ней общаетесь, я вас попрошу, это так. Будьте очень любезными. У нее так много работы там, что просто... Да, я еще хочу такой технический момент озвучить. Многие из вас думают, что попадая в чат Вайбера, курс созерцательной жизни 2, вы автоматически зачислены, то есть прошли регистрацию. Нет, дорогие. Вверху, еще раз мы напоминаем, прикреплена ссылочка. Это выход именно на обучающую платформу. Вам нужно заполнить анкеты, получить от нас подтверждающие письма. И, в общем, какие вопросы возникают, везде есть номера технической службы. Там не только Катечка Легчак, там есть очень хорошие, проверенные люди. И поэтому пишите не только Кате, пусть они вам помогают. 100% никого не оставим. Еще раз, если вы в чате, это не значит, что вы прошли регистрацию. Чат – это прихожая. Чтобы попасть во дворы, нужно еще зарегистрироваться в платформе, на платформе, так? Ну да, это такая корзиночка для пирожков. Кстати, о небесных пирожках. Вот меня, вот честное слово, последнюю неделю просто атакуют люди, ну, те, кто с первого потока и те, кто у нас давно смотрит, им это все понятно и не режет слух. Но те, которые с нами совсем недавно... Они просто не понимают, почему ты называешь всех едой. Почему еда? Потому что я хочу вас съесть всех. Не, ну серьезно. Почему небесные пирожки? Объясняю один раз. Пересылайте эту запись, чтобы больше никто не спрашивал. Во-первых, я сразу скажу, что я не перестану называть вас небесными пирожочками. Ну, ты можешь просто с этим не соглашаться там тихонечко, но я буду все равно это делать. Мне так нравится. Имеет право. Да. Ну, знаете, как Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Друзья, вообще, скажу, как это появилось, это выражение. Я рассказывал в чате, ну, кого-то не было. Однажды мы с Олечкой приехали на ее малую родину, где она родилась. Зашли вот так в дом. А чтобы понятно было, есть там внучок наш, внучок, ему уже 3 года. Представьте себе. Да, представьте. Ну так, он говорит, о, баба Оля, там, дед Андрей. Там. Я такой, что, думаю, кому он обращается вообще, знаешь. И вот он, ему было тогда 1.5 года, наверное. 1.5 года, то есть это было 1.5 года назад. И вот я так захожу, и он сидит такой, такой свеженький. Такой чистенький, такой румяный, ну такой вообще... И вот оно вышло из моего духа. Я говорю, ой, какой ты мой небесный пирожочек. И вот, друзья, люди, которые под помазанием, от которых реально пахнет небом. Вот я когда-то после этой ситуации зашел на домашнюю вечеринку, где наши ребята там поклонялись, текли в духе, пророчествовали. Я вот так зашел, и у меня аналогичное чувство возникло. Я думаю, как похоже. Я думаю, этот только с неба сошел, малыш. Ну вот только-только появился. И эти, думаю, как дети, вот новорожденные. Все такие чистенькие, такие ароматненькие, такие хорошенькие. Понятно, я говорю за духовные вещи. Но, потому что ароматы на домашках разные бывают. Кто был, тот знает. Но духовный аромат был просто, как вот заходишь в хлебопекарню, и там вот это, я говорю, вот это небесные пирожочки. И с тех пор, друзья, просто отец нам это дал. Ну, конечно, кто-то скажет, какой-нибудь, кто еще не понял, что он пирожок и ведет себя как сухарь такой, знаете, он
там про бубнит, потому что в Писании мы не видим про пирожочки. Ну, как минимум, Иисус называет себя хлеб жизни. Может, ты так не можешь еще громко о себе сказать, что ты хлеб жизни, хотя придется. Ну, по крайней мере, согласись хотя бы на пирожок с повидлом. Особо сладкие переходят в статус зефирчиков, пироженок. Знаете, вот есть такие, да, вот есть такие сестрички, которые, ну, такие вот реально небесные. Вот по ним видно, что они небесные. Не там какое-то что-то, а именно небесные. И вот это уже такое на пироженку больше похоже. Друзья, я ответил на ваш вопрос. Поэтому соглашайтесь. Небесные мои пирожочки, от вас от всех пахнет свежестью неба. Аллилуйя. Вы как будто из печечки такой вот, знаете, как папиной. Он вас испек. А мы вас будем кушать. А вы нас. Съешь меня, станешь сильнее. Аллилуйя. Аминь. Ну, мы, наверное, отпустим наших. Так не хочется, конечно, но кроме Остина. Кстати, у нас вот новый помазанник такой вот, Остин. Не думай, что его не заметили, все уже интересовались. Все уже интересовались. Говорят, вот небесный пирожок еще один здесь появился. Спился. Хороший такой, прожаренный, все хорошо. Аллилуйя. Поэтому Аллилуйя. Мы очень рады. Остин, я тебя попрошу, ты останься, а вы можете, друзья, ну, отдыхать пока что. Аллилуйя. Пока мы тут на манеже, без страховки. Аллилуйя. Друзья, мы сделаем чуть-чуть несколько объявлений, которые важны будут для курса, и потом я поделюсь откровением, и мы помолимся. Пожалуйста, друзья, то, что мы сейчас будем говорить, объявления, они очень важны, поэтому послушайте, пожалуйста. Через них течет такое же помазание, как через все остальное. Потому что, получается, мы иногда делаем объявления, потом одни и те же вопросы. А что, а как? Послушайте. Ну, еще раз повторюсь, что регистрация на второй поток курса созерцательной жизни продлен до 12:00 понедельник. Следующий курс мы объявляли, что будет 18:09. Но по вашим Но по вашим многочисленным просьбам, многие, мы объявляли, что люди, которые учатся на втором потоке, вы пока не можете учиться на порталах домашних, потому что все темы, они очень взаимосвязаны. Поэтому по вашим многочисленным просьбам мы делаем так, что оба курса вы сможете учиться вместе, вы сольетесь, и это будет чудесно. Давайте я чуть-чуть объясню еще раз. Слушайте внимательно. Все люди, которые записались на курс «Домашние порталы», это следующий курс после курса созерцательной жизни, «Домашние порталы», курсы о домашних церквях. Внимание! Дата начала этого курса переносится на 9 октября, 18:00. Мы это сделали потому, что люди, которые сейчас вливаются на второй поток, они хотят учиться вместе с теми, кто закончил первый поток. Потому что многие из них, они ведут домашние группы, да. Вот, или начинают домашние группы, и им очень нужно. Да, и мы объявляли, что желательно идти на курс «Домашние порталы» только тем людям, которые закончат курс созерцательной жизни. Поэтому, когда вот этот поток, второй, пройдут несколько уроков, как раз к 9 октября большая часть курса уже будет освоена. Мы начнем курс «Домашние порталы». То есть все смещается примерно там, на 2,5 недели. И радость заключается в том, что оба потока будут учиться одновременно на курсе «Домашние порталы». И это будет очень мощно. Так повелел сделать нам Святой Дух. И мы это сделаем. Будет очень дружно, сильно, классно, когда два потока сольются в один вообще, да? Поэтому, друзья, продолжайте ожидать, продолжайте молиться за этот курс «Домашние порталы», потому что еще хочу сказать, что продвижение этого курса, я прямо вижу, что все сатанинское вот это кодло, она просто беснуется.
просто беснуется, реально. Я вот увидел в духе, что, знаете, одно дело, когда люди обучились на курсе созерцательной жизни, там что-то для себя приняли, во что-то погрузились и начали как-то двигаться, а другое дело, когда они начинают умножать владычество через домашние порталы. Это именно курс об этом. Это очень серьезно. И поэтому мы еще будем с ходатаями отдельно встречаться, мы еще будем усиливать здесь, продавим очень сильно весь континент просто, да. Поэтому будьте с нами в этом. И по поводу всех остальных курсов. Меч Соломона, курс для ходатаев, продолжение курса «Небесная цивилизация». Обо всех этих курсах мы объявим в чатах. Эти чаты, кроме небесной цивилизации, они пока заморожены. Поэтому вы информацию не пропустите. Небесная цивилизация — это будет уже в самом конце, после меча Соломона и после курса для ходатая. Это будет продолжение курса созерцательной жизни. Будет называться «Небесная цивилизация». У меня уже очень-очень глубокие вещи. Отец прямо вливает, это будет продолжение, и я сегодня еще упомяну за это. Да, и сейчас мы расскажем более подробно о курсе, который сегодня стартанул. Итак, распорядок на неделю. Уроки вы будете получать точно так же, как студенты первого курса. В понедельник в 6 утра... Суббота, да, 6 утра, да, и да, вторник. Извиняюсь. Запомните, суббота 6 утра, вторник 6 утра. В пятницу мы будем проводить по мере поступления ваших вопросов вот такие вот прямые эфиры. Ну вообще, если вы заметили, друзья, мы по пятницам вечером, я провожу Instagram эфир. Я его называю так «Пророческий час», когда я имею возможность отвечать на вопросы, высвобождать молитву. Там очень, кстати, немало свидетельств через эти инстаграмы. И вы можете на платформе, где будет идти обучение, закидывать вопросы. Я помню, на первом потоке было там вообще вопросов там по 40 штук, особенно в начале. И мы отвечаем на все вопросы. Отвечаем на все вопросы, поэтому уроки будут два раза в неделю. И один будет онлайн специально для курса созерцательной жизни. Ну и другие там могут тоже слушать из первого потока. По пятницам. В основном по пятницам. Да, итак, повторимся. Суббота 6 утра, вторник 6 утра, пятница 19:00. Это все по московскому времени. По минскому. Оно совпадает просто с московским. И киевскому. И киевское. Друзья, я хочу сразу прямо услышал, внутри кто-то задался вопросом. Уроки, которые будут поступать на платформу, будут приходить уведомления вам на почту. Они будут оставаться на платформе в вашем доступе, если вы делаете домашнее задание, вы сможете переходить к следующему уроку и продолжать еще смотреть по нескольку раз предыдущие уроки. Я знаю, что некоторые наши ученики первого потока смотрели некоторые из этих уроков десятки раз. Буквально одно видео могли смотреть 20 раз. Скажу почему. Не буду тут, знаете, там цену набивать или еще что-то, но скажу как есть. Каждый урок можно было расщепить на целую школу. Вот просто каждый урок можно было давать по одной мысли и сделать там 5 уроков, 4, 7, в зависимости от плотности. Поэтому я так не люблю. Это не потому, что я о вас позаботился, я о себе позаботился, любимым. Я не люблю так. Не люблю рассусоливать, не люблю давать по одной мысли. Я люблю давать вот так, плотно. Поэтому каждый урок сразу настройся, что тебе нужно будет погрузиться, посмотреть. Даже каждый урок один можно с первого раза там и не усвоить вообще. Были и такие нюансы. Хотя там все доступно. Поэтому у вас будут эти видеоуроки в распоряжении на протяжении 40 дней и примерно еще 2 недели после окончания курса. Внимание! Уроки скачивать нельзя. Мы категорически против, просто перед Богом вас просим. Я понимаю, что при сильном желании можно там записать, скачать. Мы не даем своего разрешения. Я конкретно специально говорю, пусть твоя внутренность реагирует, если ты будешь это делать.
Мы против, потому что мы хотим двигаться именно наступательно, знать, что происходит, видеть, кто у нас учится. Нам это надо, нам так нравится, и мы имеем на это право, потому что делаем этот курс бесплатно. Аллилуйя! И поэтому, вытекая из этого, это к тем, кто живет в другом часовом поясе, у которых большая разница во времени с нами, вы тоже очень часто пишете, задаете вопрос. Если, к примеру, в 6 утра урок открылся, смогу ли я его посмотреть, когда мне удобно, в записи, или это только онлайн-уроки? Дорогие, вы будете смотреть это в любое время, когда вам удобно, когда вам нравится, когда вы свободны. И будете иметь доступ, но мы сразу говорим, с самого начала настройтесь очень-очень серьезно, ведите конспекты, пишите дневники, потому что для прилежных учеников будут дополнительные, как на первом потоке, будут дополнительные уроки, которые не войдут в общий курс обучения. Верно? Да, и хочу сказать привет ребятам с первого потока. У меня для вас уже готов урок, которого не будет на платформе, и это будет такой мой подарок вам. Почему? Потому что в этом уроке я буду говорить вещи, которые мне достались, я только упоминаю за это, и оно меня накрывает. Они мне достались с определенной болью. Я верю, что Отец делился со мной своим сердцем в те дни тяжелые, и я возревновал о некоторых вещах, я хочу это передать. Понятно, что все равно это откровение разлетится, разойдется, но я хотел этому откровению дать особый статус вне классного как бы такого занятия, которое принадлежит людям, которые хотели учиться изо всех сил, погружались, вели конспекты, вели дневники переживаний, всем своим жизнью и вот поведением показывая, что для них это важно. Знаете, Библия говорит, что как жемчуг нельзя бросать. Не то, что я кого-то свиньей считаю, я просто считаю, что жемчуг нельзя бросать перед небрежностью. Знаете, когда человек, да какая разница, весь жемчуг он нам принадлежит, халлилуйя. Нет. Не знаю, может быть, все тебе принадлежит, но я сегодня делюсь своим жемчугом. Поэтому я не хочу его отдавать небрежности. Не хочу его отдавать. Я и так, знаете, расточаю все, что у меня есть, безжалостно. Но это хочу отдать людям, которые хотели учиться. И поэтому и на следующем, вот на этом наборе, новом потоке, бонус этот. Один урок в записи и одно мое общение в Zoom'е со всеми, кто прилежно учился, кто был прилежным учеником. Я хочу отдельно благословить этих людей. Прямо реально высвободить на них свое сердце, свое помазание, свою любовь. Вот поэтому, если тебя это интригует, учись хорошо. Ты не пожалеешь. Да, и уроки будут в доступе после окончания курса. Курс окончится 20 октября. И до 20 ноября вы сможете посмотреть 5, 10, 15, 20. Кто не успел законспектировать, потому что после этого платформа будет очищена. Амин. Вот, и еще новшество для этого курса. Это такой подарок для наших драгоценных чехов. У нас образовалось... И словаков. И словаков. И для людей слабослышащих у нас будет сурдоперевод и перевод на чешский. У нас уже на платформе есть уроки с сурдопереводом. Если у вас есть, это вот как раз за эти 2 дня вы можете еще подключить кого-то. Если у вас есть люди, которые плохо слышат, говорят с помощью жестов, вам нужно этих людей пригласить. Пусть они войдут в эту реку. Я уверен, что будут даже чудеса и исцеления этих людей. У нас полностью, у нас есть... служительница, помазанный человек, ее Лиля зовут, потрясающая сестра вообще, которая, представляете, просто выучила вот этот язык жестов, и к нашему курсу она даже записала отдельный словарь жестов, тех слов, которых вообще нету.
ну, знаете, тут терминология такая, там, созерцание, там, вот это все. И она придумала слова, записала словарь. Это просто вообще. Вот реально, друзья, это функция, это помазание. И она пробивается, там ее демоны там атакуют иногда, знаете, чтобы отвлекать ее. И вот она это делает, и уроки будут уже есть на платформе, и еще будут добавляться. Поэтому, слава Богу, приглашайте людей с нарушением функции, вот этих слуховых, речевых. И также, друзья, мы сейчас, есть служитель, пастор Надежда, которая ведет свою миссию по отношению к региону Чехии и Словакии. И она сейчас также продолжает работу по переводу курса на чешский язык. Так что, чехи, мы вас любим, словаки, славяне наши дорогие. Вот. Германия чуть-чуть не успела. Хотели на немецкий тоже, идеи такие подавали, но мы сделаем это и выложим потом. Сделаем немецкий поток. Вот. Очень классно, вообще я так рад. Да, ну у нас много учатся из Германии, но мы больше это будем делать именно для нерусскоговорящих, именно для немцев. Вот, следующее объявление. Дорогие, у кого есть молитвенные нужды, какие-то неразрешенные вопросы, либо вы давно или никогда не получали вообще пророчество, либо на какую-то ситуацию, либо вообще на свою жизнь, вот, вы можете точно так же обратиться к нам, потому что у нас работает группа ходатаев, в этой группе больше 100 человек. Это все реально помазанные пророческим ходатайством люди. И ты только заходишь с утра в эту купальню, тебя накрывает просто. Они высвобождают реально просто целый поток благословений. И у нас очень-очень-очень много свидетельств, подтверждений тому, что это реальные ходатай. Да, друзья, вот ходатайственное служение. И вы можете, кто из вас вот из нового потока, возможно, отец проговорит вам быть в ходатайстве, именно молиться за вот эти все вещи, связанные с курсом, с нашим служением. Или, возможно, вы просто нереализованный ходатай, вы знаете, что вы ходатай, но не нашли себе применения. Вы нужны нам. Очень. Я постоянно встречаюсь в Зуме с ходатаями, инвестирую в их дух. Мы общаемся, поддерживаем отношения в чатах. То есть это очень приоритетно для меня, очень важно. И поэтому, если ты ходатай, можешь стать моим личным ходатаем. Да, моим личным ходатаем. Мне нужны такие люди, которые будут молиться только за меня. Да, также у нас есть ходатаи, которые молятся за нужды людей, которые молятся в целом за проекты и которые молятся за нашу любимую Беларусь. Поэтому, если, может быть, у вас есть на сердце, но вы не знали, что есть именно такие специализированные ходатаи, которые получили именно от Бога это направление, тоже пишите. Я вам сейчас назову номер телефона. Мой номер телефона это плюс 375-29-642-45-23. Это номер всех мессенджеров. Еще раз. Плюс 375-29-642-45-23. И также вы можете писать Леночке. Это тоже наш пророк, проверенный. Плюс 375-29-283-38-769. Плюс 375-29-28-38-769. И она по совместительству главный ангел-возмутитель нашей ходатайственной купальни. Поэтому обращайтесь смело. Также это касается пророков. Вы имеете это пророческое дарование, хотите в этом развиваться, вы хотите высвобождать, потому что очень много людей, они хотят участвовать, быть полезными. Точно так же пишите Леночке, либо мне. Мы вас обязательно пристроим. Аллилуйя. И также, смотрите, друзья, уловите этот момент. Есть ходатайственное служение, это молитвы за нужды, это само служение.
И есть также пророческий клуб, мы его так называем. Пророческий клуб. Что это за клуб, для тех, кто не знает? Это группа людей, которые сильны в пророчестве. И на первом потоке было очень много ответов, прям в десятку. Кто-то, конечно, всегда оставался и недовольным. То есть есть такие люди, которые говорят, ваши пророки не попали. Но это единицы. Единицы, пару, единицы, тройку. Но были. Это ничего не меняет. Мы видели много плода через эту группу. Поэтому если у вас сложная жизненная ситуация, либо вы запутались, вам нужен какой-то... Ну вот реально вы чувствуете, что вы хотите получить из Духа слово от Господа на вашу личную ситуацию. Честно вам скажу, я сам этим пользуюсь иногда. Я просто беру и говорю, там, ну помолитесь, вот есть ситуация. И они высвобождают слово, и часто я получаю также через них. Поэтому вы можете обратиться либо к вот, пастору Олечке, либо вот, к Леночке. И также свою нужду или свой вопрос туда задать. Кроме этого, если вы пророческая личность, у вас реально выходит слово от Господа, вы знаете, что можете давать ответы. Только я умоляю, не такие люди, которые хотят, чтобы их величали пророками. Мы не будем никого здесь величать. Здесь есть только один великий, это я. Я шучу. Мы величаем только Сына Божьего. У нас нету здесь погон, мы ничего тут этого не... Друзья, ну привыкайте к моим шуткам. Знаете, мне вчера сестра одна писала, говорит, вы мне так сразу не понравились. Я вообще хотела выключить и не слушать вас. И хорошо, что я это не сделала. Я слушаю и говорю, а сколько таких, как ты вообще, которые хотели меня сразу выключить? Друзья, меня выключить не получится. А некоторые так и выключали, чтобы привыкнуть, и слушали только голос. А, да, мы тут с пасторами встречались с одними, и пастор этот говорит, значит, один пастор говорит второму пастору, говорит, слушай, Яковишин дельные вещи говорит. А эта пастор, она такая говорит, я не могу его слушать, он мне кажется грубияном каким-то. Хотя кто меня знает, ну, знает мое сердце. Я на самом деле ну, внешне могу не быть грубиян, грубоватым, но нежность, она просто течет через меня. И мне нравится это папа. И она говорит, я не могу его слушать, он какой-то грубиян, там, на Мунтяна похож. Я, ну окей, там, говори, что хочешь, мне все равно. Я понимаю, что всегда найдется к чему прицепиться. И он ей дает совет. Говорит, ты изображение выключь и слушай уроки, если он тебе не нравится. И, друзья, это очень верно. Вот почему Иоанн Креститель, когда был одет вот в шкуры всякие вот эти неприглядные, он себя голосом называл. Я такой думаю, он, наверное, думал, ну, типа, ну, не смотрите, что я так одет, просто слушайте, что я говорю. Поэтому не суди вообще, ну, ни по каким вещам. Я скажу, что если тебя нервирует мое поведение, то, скорее всего, ты, возможно, ну, религиозный тип. Потому что если ты не слышишь голос истины, который струится к тебе, дух, который тебя обнимает, а просто ориентируешься на мой сленг или на мои шуточки, которые я, между прочим, специально говорю иногда, да, чтобы ты в себя пришел. Да. Вот, и... Ну, или проявился какой-то небесный сухарик там еще, знаешь. Вот, поэтому, если тебе я не нравлюсь, лучше, чтобы я тебе понравился, да. Да, и еще, друзья, может быть, среди вас есть люди, которые умеют толковать сны, у вас есть этот дар, которые имеют конкретное поручение, откровение об исцелении. Тоже, пожалуйста, пишите, вы нам очень нужны, очень. Ну вот это я что сказал, пророческий клуб, если вы чувствуете, что вы пророк, добро пожаловать, можете участвовать в этом, пускай через вас происходят ответы. И также... мы хотим создать команду такую, мы ее создадим по-любому, потому что я двигаюсь в толковании снов, и меня забрасывают с нами настолько, что я просто не успеваю их толковать. Это очень-очень-очень большая нагрузка. Вот. Иногда
Ну просто, друзья, она такая нереальная вообще. Поэтому мы хотим, я знаю, что есть люди, которые толкуют сны, ну просто для них это как удовольствие. Мы вас приглашаем, мы создадим, точно как есть пророческий клуб, мы хотим создать команду, которая толкует сны. И объявитесь, если вы такой человек, мы вас проверим. Да, ну я что-нибудь присню, а вы угадаете. Ну я шучу. Короче, мы вас приглашаем. И еще один, еще одну команду мы сейчас создаем. Это чат исцеления. Конкретно просто наши ходатаи, они молятся за все. И за исцеление, и грозу останавливают, и пожары в Америке тушат. Все они делают, потому что это все нужды. Представляете, нам сегодня с Америки писали, что, говорит, у нас пожары, 4 штата горят, молитвенники потушите. Я слышу, там уже снег пошел. Смысл в чем? Что мы хотим... Переборщили. Да, я хочу создать конкретно чат исцеления. Вот как комната есть исцеления, где люди молятся только за исцеление. На результат. На результат. Если у вас получалось, внимание, если у вас получалось молиться, и люди исцелялись, если у вас получалось ходатайствовать, возлагать руки на людей, перемещаться в духе и молиться за людей, потому что такие у нас уже есть люди. После первого потока многие пережили перемещение в духе. И если вы человек, через которого течет исцеление, мы вас приглашаем также участвовать в этой комнате, потому что нужд очень много. Просто вот каждый в прошлый поток нас просто забомбили этими нуждами. И мы не против. Каждая ваша нужда, она важна для нас. Она просто для нас повод высвобождать владычество и славу на эту землю. Но, конечно, нам нужно еще расширять само служение. Поэтому мы, смотрите, что мы имеем. Мы имеем ходатайственное служение, мы имеем пророческий клуб, и мы начинаем два новых. Это комната толкования снов и комната исцеления. Поэтому, если тебе хочется себя реализовать в этом, алло, мы тебя ждем. Амен. Пожалуй, все. Ты все сказал? С объявлениями, да. Аллилуйя. Так, мы все сказали, да? Ничего не забыли? Точно? Все. Хорошо, если что-то вспомним, будем по ходу разъяснять. Будьте в наших чатах, будьте внимательны к объявлениям. Ну и если что, мы на связи. Аллилуйя. Хорошо, любимая, спасибо, что помогла мне. Мы еще сейчас чуть-чуть помолимся. А дайте мне стульчик вот высокий. Давай, слезай, давай стул. Друзья, давайте сейчас немножко отвлечемся от объявлений. Снова войдем в поток. Сознательно. Мы всегда в потоке, но есть, когда мы обращаем на это пристальное внимание. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Аллилуйя. Помазание течет через тебя. Помазание наполняет тебя. Ты моя
Васила, Васим була Рамайри и Май. Я се мала улу синдиаре лизандаму. Смайли. Tela namasi lara la mundi maya baha. Спасибо, что ты захватываешь свой поток. Течет. Слава, слава, слава. Скажи со мной: слава, слава, слава. Слава, слава тебе. Спасибо, что ты здесь, Отец. Спасибо, что ты здесь, Отец. Спасибо, что ты наполняешь этот храм. Спасибо тебе. Благодарю тебя. Твой сын и слуга. Спасибо тебе за твое доверие. За твое прикосновение, за твое влияние, за твоих славных ангелов, за твоих славных ангелов, которые сегодня открывают глаза тысячам людей через нас, которые взаимодействуют с нами, которые меняют и разворачивают обстоятельства во благо Твоих детей. Я благодарю Тебя, что Ты повелел обстоятельствам помогать, что Ты повелел всему, что есть, содействовать успеху Твоих детей. Хвала, хвала, хвала тебе, хвала тебе. Хвала, хвала тебе, хвала тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ты. Сейчас слава Божья заполнит то место, где ты находишься. Ты можешь ощутить эту тяжесть. Шекина сходит на тебя. Тяжесть Его Духа, пьянящее, наполняющее течение. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо тебе миллион раз. Миллион раз, миллион раз. Аминь. Скажи: слава тебе, Отец. Я благодарю тебя. Аллилуйя. Ой, чудесно. Хорошо, дорогие. Как бы нам не хотелось сейчас течь и течь и течь, мы перейдем в такое течение, которое высвобождает откровение. А эти шесть разные, ну, в одном потоке можно переживать разные вещи. А как это делается?
Это просто. На что ты обращаешь внимание, то и начинает действовать. Серьезно. Вот такая активизация. Поток всегда течет через тебя. Всегда течет. Одна из основных вещей, которые нужно усвоить, прежде чем ты будешь в этом курсе, это поток. Я не буду сейчас давать там учения за этот поток. Вы можете посмотреть, мы говорили об этом на открытии первого набора. Там есть видео. Мы чуть-чуть поговорим на другую тему. Аллилуйя. Вы готовы послушать, мои родные, мои хорошие? Вы чувствуете себя как вот за одним столом, да? Класс, правда? Мне так нравится. Аллилуйя. Хорошо, друзья. Хорошо, друзья. Смотрите, что я хочу сказать. Конечно, что показал первый поток? Первый поток показал очень-очень-очень большую плодотворность. Во-первых, мы сейчас там готовим эмоции, свидетельства людей, которые проходили. Там сегодня мне Олечка говорила, что более 500 свидетельств насобиралось за вот эти 2 месяца, что был курс и чуть-чуть после. Около 500 свидетельств, представляете? Реальных перемен, исцелений, свободы, разных чудес. Там со счету сбились вообще. И хочу сказать, что свидетельств очень много. Атмосфера невероятная. Люди, которые по 10, 20, 30 лет просидели без всякой радости, стали радоваться. То есть торжество – это наше все. Вот. Кто-то еще находится в таком процессе, когда уже чувствует, что ответы на подходе, что уже воплощение оно началось. И, конечно, не обошлось и без приколов, потому что есть, не всем это нравится, что здесь происходит. Пошла такая волна, знаете, люди ринулись хватать эти перемены, естественно, происходит конфликт с чем-то, что было у них до этого. Вот. И я хочу сказать, друзья, что когда мы... Вообще хочу сказать, что такое белорусский дар. Белорусский дар – это миссия. Это не община. Это не какая-то структура. Это миссия. Миссия моя лично и моих единомышленников. Наша задача, одна из наших первых задач, это влияние на землю. Откровение сынов Божьих. Мы не хотим никого вытягивать из чьей-то общины. Нам не нужно вот это «иди к нам». Нет. Вообще идеальная ситуация, чтобы ты подставился под это влияние и что-то произвел хорошее там, где ты находишься. Без вот этих там хлопаний дверями, еще что-то. Я понимаю, люди задают вопрос, а если то, что, в чем я сейчас нахожусь, оно ну никак вообще там не может находиться. Ну, то есть они говорят, после того, что я сейчас переживаю, я уже не хочу вообще туда. Говорят, я мучаюсь, там, мне там плохо ходить. Я хочу сказать, друзья, одну вещь такую, что в любом случае не спешите. В любом случае, посмотрите, что можно сделать. Если, знаете, вы будете двигаться как живой, ну, в жизни, то смерть, она сама вас выплюнет. Вот, поэтому, ну, не спешите. Я сразу говорю, что у нас нет никакого интереса кого-то откуда-то вытягивать. Мы хотим снабжать. Снабжать, снабжать. Вот, и... Хочу еще сказать, на некоторые виды там возникавших вопросов, там, конечно, мы будем очень заинтересованы в том, чтобы люди, которые нигде сейчас, ни в какой общине, чтобы они начинали свое движение прямо там, где находятся. И я хочу сказать, что вот этот момент, что если ты нигде сейчас, ну, не ходишь ни в какую общину, и ты думаешь, ну, надо куда-то прибиться, вообще не надо никуда прибиваться, начинай свое.
Вот это хорошая очень позиция. Мы поможем тебе. Будет курс «Домашние порталы». Ты реально увидишь, что ты можешь делать. Еще мне задавали такой вопрос, типа, все ли, чему ты учишь, ты реально сам пережил? Много чего пережил, друзья, но у меня есть позиция. Я сейчас ее озвучу. Однажды Иисус сказал фарисеям, Он сказал, вы взяли ключ, сели на седалище Моисеева, взяли ключ разумения, сами не вошли и другим не дали. И я уже это как-то озвучивал, я еще раз это озвучиваю, друзья, что даже если я чего-то не пережил, у меня есть, грубо говоря, ключ разумения, разумение, как это переживается. И Иисус упрекал их, Он говорит, вы сами это не пережили, но это одна часть. А есть вторая, говорит, и другим не дали. Так вот, даже если я чего-то не пережил, но у меня есть разумение, сегодня я слышу, как Отец говорит мне, дай им так же. Возможно, вы в какие-то вещи, о которых я учу и в которые погружаю, вы переживете раньше меня. И я буду только рад. Я серьезно, у меня нету никакой конкуренции. У меня нету никакой вообще, знаете, вот этой приватизации, что я там что-то не дам. Поэтому берите и пользуйтесь. И скажу, как есть, я не пытаюсь что-то набить себе цену. Скажу, что берите, пользуйтесь. Возможно, у вас лучше получится. Вот это то, что я хотел сказать. Поэтому момент еще один. Я уже буду заканчивать сейчас с этими вот дополнениями. Момент еще один. Есть люди, вот мне конкретно, знаете, сегодня звонили и говорят, вот люди, которые на тебя там гонят, вот они ненавидят твое учение, они почему-то, мы их сейчас видим, что они зарегистрировались на твой курс. Молодцы, что пришли, дорогие, мы вам очень рады. И хочу вам даже сказать, мы некоторых из вас знаем пофамильно. Вот. Учитесь на здоровье. Не знаю, с какой целью вы сюда пришли, честно говоря, но в связи с этим хочу вам зачитать кое-что, чтобы вы видели, чем вы рискуете. Иоанна 7 глава, здесь написано, «И так произошла о нем распря в народе, об Иисусе, и некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, которые их послали, и сказали им, а те сказали им, для чего вы не привели его?» И вдруг служители отвечают, никто, никогда человек не говорил так, как этот человек. И фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Ловите мою мысль, друзья, я вас предупреждал, потом не говорите. Уверовал ли из него кто из начальников и фарисеев? То есть эти фарисеи предъявляют в качестве аргумента, говорят, смотри, мы тут все зрелые. Мы ж не ведемся на эти басни, что там Яковишин рассказывает. Видишь, мы не ведемся. А вы что? А говорит, а народ, что ведется, этот народ невежда в законе, проклят он. Вот такие, знаете, религиозные умы, они иногда считают, что типа, да вот на все эти рассказы там ведутся незрелые, это невежественно, они там кидаются. То есть видите, как фарисеи непренебрежительно отзываются о народе. Они говорят, да это проклятые люди, им что ни покажи, они на все кидаются. А я считаю иначе. Я считаю, что здесь собрались самые лучшие люди. Я считаю, что здесь нету каких-то невежд или проклятых, или каких-то, о которых можно вообще такое говорить. И Никодим говорит, написано, судит ли наш закон человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? А на это ему сказали, ты не из Галилеи случайно? Может, ты с ним заодно? Посмотри, пророк не приходит из Галилеи. То есть у них своя версия вообще, как должно происходить пророческое служение. Написано, и разошлись все по домам. Вот это то, чем закончится. Все равно все разойдутся по домам. Но я хочу предупредить. Знаете, вот эти засланные люди, они пришли потом к фарисеям и говорят,
нам понравилось. А они говорят, вы что, тоже в обольщении, что ли? Ай-яй-яй, да вы не правы, да это для неверсии. Я вам хочу сказать, что все, кто сюда заслан, вот это вас ждет. И когда вы это поймете, что здесь голос Сына Божьего, что здесь учение Сына Божьего, что здесь помазание Святого Духа, вам ничего не останется. И тогда мы пригласим вас помогать нам. А там все разойдутся по домам. Это я вас предупреждаю. Ой, мне нравится это. Хорошо, хорошо, друзья. Ну, еще буду отвечать на вопросы потом. Последнее, что скажу. Несколько моментов. Я их все время озвучиваю. Я хочу, чтобы каждый, кто со мной вообще имеет дело, знал об этом. Первое. Я служу людям по принципу вот такому, по принципу свободы. Павел говорит, я, будучи свободен от всех, всем поработил себя, чтобы приобрести как можно больше. В этом я увидел принцип приобретения. Принцип приобретения, он такой, что сначала ты от всех свободен, потом ты только можешь служить этим людям, и только тогда ты можешь приобретать их сердца. Поэтому я свободен от вашего контроля, от ваших денег, от каких-то претензий. Мне вообще, как Павел говорит, все равно, что вы обо мне думаете, но я думаю о вас хорошо. И поэтому вот этот принцип свободы, он заставил меня, привел меня к тому, что школа, ну или курс, он бесплатный. Я не беру денег за обучение, нету назначенной цены. Но вы можете жертвовать. Вы можете жертвовать, когда вас побуждает к этому ваше сердце. Грубо говоря, когда вы будете что-то переживать от Святого Духа, один из законов материализации – это проявите это как-то. Вот. И я свободен в этом. То есть, если кто-то скажет, мне что-то не понравилось, я говорю, ну, я же тебя денег за это не брал, поэтому можешь быть при своем мнении. Это важно. У меня нету желания вас впечатлять, друзья. Я хочу, чтобы вы это знали. Нету желания впечатлять, нету желания строить, нету желания собирать толпу. Мне это все не надо, у меня все это было, и я этого сейчас не ищу. Заверю вас, что вы собрались вокруг Сына Божьего, кто пришел сюда. Вы собрались вокруг Сына Божьего, не вокруг человека. И я доверяю Святому Духу очень сильно. Поэтому я весь результат возлагаю на Него. И Он на первом потоке нас не постыдил. Аллилуйя. Последнее неприятное скажу, что у нас есть такое слово, называется кисломордые. Ну, это люди с перекошенными лицами, с недовольными лицами, которые не ходят в торжественной одежде. Вообще кисломорды изначально это демонический дух. И мы иногда этого демонического духа, его проявления видим на чьих-то лицах. Если после каких-то вразумлений человек не успокаивается, как один служитель говорил, если из человека не выходят бесы, мы выгоняем его вместе с бесами. Вот. Почему? Потому что часто просто они друзья. Поэтому почему мы не хотим, чтобы люди омрачали праздник? Потому что они будут делать неуверенными, слабыми, бродящими в уме других людей. Мы не позволим это делать. Вот. Теперь, что я советую, друзья? Поток, теперь послушайте меня внимательно, поток выглядит так, как будто ты дверь, и через тебя течет постоянно река жизни. Этому есть обоснование, я сейчас не буду на этом останавливаться. Кому интересно, откуда я это взял, послушайте мои видео ранее. И вообще я всем советую, кто пришел учиться на курс, слушайте параллельно все видео с канала «Белорусский дар». Потому что многие вещи на курсе, они уже берутся из того, как будто нам это известно. Я говорил об этом раньше, учил, и то есть я не рассматриваю это отдельно от всего, в чем мы движемся. Поэтому пересмотрите все, это реально повлияет на вашу жизнь очень сильно. И поэтому поток течет через вас.
Смотрите, я хочу, чтобы вы понимали, есть материализация определенная. Все, что течет через вас невидимое, вы тот человек, который может сам решением своей воли материализовывать. Как это выглядит на курсе, на обучении? Первое. Во-первых, принимай причастие. Осознанно посмотри мои видео «Портал крови». Портал крови – это ты. Через тебя происходит сверхъестественное. Поэтому причастие помогает тебе обновляться, пророчески обновляться в этом осознании, и через тебя будет течь поток. Ты ощутимо. Не то, что он будет, а сейчас нет. Нет, ты будешь чувствовать, как ты открыт прямо для влияния Божьего. Принимай причастие. Второе. Молитвы, которые я говорю, произноси вслух. Один, это тоже как материализация. Что это означает? Потому что что-то прозвучало внутри тебя или в твоей голове, но ты это не высвободил, оно осталось внутри тебя. Произноси, это важно. Особенно, когда я говорю, скажи со мной, вот это, и ты повторяй со мной. Это открыто Духом Святым, поэтому мы это делаем. Второе, еще одна материализация, свидетельство. У нас чат постоянно, ну, кишит свидетельствами. Люди уловили это. Поэтому, когда ты... что-то пережил, даже просто пережил, какой-то эмоции от Бога, да, от Духа, не говоря уже там сверхъестественные вещи. Пиши, делись, это будет твоя материализация. Научись вот в таком малом материализовывать. Пережил, оп, наружу это, рассказал. То есть свидетельство, особенно если ты пережил не просто даже эмоции, а исцеление или еще что-то, обязательно говори. Это будет очень сильно влиять на расширение того, что ты будешь чувствовать из потока. Знаете, вот как поток, он имеет вход в тебя и имеет выход, то есть насквозь течет. И ты на выходе как будто ловишь ответы. Ну я просто образно говорю, поймите меня правильно. И научиться приобрести навык ловить ответы, надо обращать, что выходит, внимание, и высвобождать это в видимый внешний мир. Надеюсь, не сильно запутал. Ну, свидетельство, друзья. Дневник. Вот дневник переживаний. Скажи со мной, дневник переживаний. Дневник переживаний – это будет то, за что будет положен дополнительный бонус. Я хочу, чтобы отец мне так открыл, что человек, когда пишет свои переживания, он тренируется в материализации. Вы знаете, в чем проблема верующих людей? В том, что они что-то переживают внутри, но наружу это никак не выходит. Ну, там все время брожение просто внутри. Надо привыкать жить в потоке. Все высвобождай. Пережил что-то, запиши это, расскажи, засвидетельствуй. Ты прямо будешь чувствовать, как все твое внутреннее, как твое невидимое становится видимым. Это не просто, знаете, записывай, это твой навык в материализации. Однажды ты переживешь откровение об исцелении, и будучи привыкшим это высвобождать в видимый мир, у тебя будет идти. Это то, что у нас работает, друзья. Это реально то, что у нас работает. Итак, дневник. Материализуй все свои переживания в конкретные записи. Печатай, пиши, как тебе удобно. Делись свидетельствами в чате. Еще один вид материализации, как я уже упоминал из потока, это финансы. Ты что-то пережил, как написано, Павел говорит, что если мы сеем вас духовно, велико ли, если пожнем материальное. Это надо для тебя. Если ты ничего не переживаешь, можешь ничем не делиться, мы не будем качать, там, давайте, пожертвуем, пожалуйста, на наш курс, нам нечем за платформу заплатить. Нет. Мы за платформу, все расходы по этому курсу мы несем сами. Но вы можете делать то, что вот это я говорю. Материализуйте, будьте людьми, которые от славы Божьей раздают. Это не сеяние. Нам не надо сеяния. Это не какая-то инвестиция в помазанника. Нет, мы этими вещами не манипулируем. Это от твоего избытка славы внутри. Как написано, что кто это делает, он тем самым засвидетельствовал, что Бог чудесный, что Он славный. Только из-за этого. Потому что в славе Божьей мы живем в избытке. В славе Божьей мы живем не в том положении, где нужно сеять, жать, собирать урожай. Нет. Мы только... расточаем, как Иисус написано, взошел,
расточил, дал дары. Вот эта позиция сына. Расточать и давать дары. Этим самым ты сам укрепляешь его сознание, что ты сын, что ты на небесах, что ты можешь быть вот таким чудесным расточителем. Аллилуйя. Ну что ж, друзья, вроде бы я все сказал. Вот эти законы материализации, законы или как практика материализации, лучше дайте не законы, практика материализации. Пережил – расскажи, пережил – запиши, поделись свидетельством, говори вслух, повторяй молитвы, держи себя открытым через постоянное осознание, что жизнь внутри тебя через кровь и финансы. Аллилуйя. Ну что, так, ой, время быстро летит, друзья. Все, можешь не играть пока что. Я хочу с вами сегодня, друзья, поговорить на такую тему, смысл вообще этого курса. Из того, что мы сегодня имеем в результате того, что был первый поток, вы знаете, я вместе с вами, можно сказать, учился, кто там был на первом потоке, учился тому, чему вы, и учился на вас. Как двигаться дальше. Отец говорил мне все это время. И это полезно послушать. Очень много возникло вопросов. Смотрите, когда мы изучаем созерцание, мы начинаем что-то видеть в духовном мире очень сильно. За весь этот курс, представьте, люди попереживали перемещение. Люди попереживали встречи сверхъестественные с невидимыми существами, ангелами, личностями определенными, там дружили с святыми, и ну, много чего. Много было таких рассказов, когда человек в духе пошел куда-то, увидел что-то, так как мы называем духовная разведка, узнал что-то. Много было таких свидетельств, когда человек научился перемещаться в духе и начал это практиковать с ходатайственной молитвы и увидел огромные изменения. За родственников приходил, молился с возложением рук в духе. Родственники, менялся характер, менялось отношение. Кто-то научился обнимать своих родных в духе. Прямо кто-то дул там на них. Ну, такие вещи. И исцелялись люди. Исцелялись люди. Там менялось поведение начальства. Там, ну, разные вещи. Будет целых два урока о перемещении. Меня, конечно, забомбили за эти перемещения, друзья. Но я хочу вам кое-что сказать. Мы учили за это, учим и будем учить. Это Божьи вещи. Я хочу сказать, что я свидетельствовал об этом, что у меня была реально передача вот этого помазания, вот этого дара. Была встреча в духе. Меня там не было в теле, но была встреча в духе. Был такой человек, Ян Клейтон, он и сейчас есть. И вот этот человек, он, у нас была божественная встреча в духе, и он передавал мне это. Это связано с перемещением, с созерцанием. И вот именно после этого, в этом году это случилось, произошел вот этот прорыв с этими курсами. Поэтому все, что мы сейчас видим, это Бог. И вот когда вы научитесь двигаться в созерцании, у вас может возникнуть такой вопрос, и он возникал. Говорит, что-то во всем этом учении, во всем этом курсе, мы как будто как мало про Иисуса говорим. Мы как будто вот мало его рассматриваем. Мы как будто не так там христоцентричны. Мы как будто не так зациклены на Иисусе, как надо. Вот люди мне задавали, я уже отвечал в Инстаграме на этот вопрос. И вот то, что я вам хочу сегодня сказать, друзья, что смысл этого курса не смотреть, внимание, услышьте меня, не смотреть на Иисуса, а смотреть из Иисуса. И, вы услышали? Все, уже можно ничего больше не говорить. Смысл этого курса – научиться не на Иисуса смотреть, а из Иисуса смотреть. И поэтому, когда ты смотришь из Иисуса, когда ты смотришь, когда ты начинаешь, я сейчас скажу чуть-чуть за это. Ты понимаешь разницу? Вообще смотреть на Иисуса и смотреть из Иисуса. Поэтому, когда ты смотришь из Иисуса, скажу так кратко, ты видишь мир Иисуса.
И в какой-то момент ты такой задумаешься, а почему я в этом мире не вижу, там, нету такого момента смотреть на Иисуса? Да потому что ты смотришь из Него. В тебе пульсация Его сердца, в тебе Его зрение, в тебе Его слух и осознание все, что это все, внимание, твое. Понимаете разницу? Теперь скажу одну вещь, что когда ты, мы все время говорим, высшая небесная реальность, что когда ты живешь в земной духовной реальности, вот этот термин «смотреть на Иисуса», он очень сильно работает, он подходит. Ты там преобразуешься, ты смотришь, преображаясь в то, на что смотришь. Когда ты занимаешь позицию, или, правильно сказать, познаешь позицию быть в Иисусе, как будучи посаженным на небесах, надеюсь, это не сложно, написано «Вы посажены в Иисусе на небесах». То есть, когда ты занимаешь позицию, что «я здесь на небесах», у меня есть такое целое видео «Здесь на небесах», то ты начинаешь изучать все это глазами Иисуса. Понимаете? И видишь вот эти вещи, которые описаны в Откровении. Вот поймите меня правильно. И поэтому смысл здесь не в том, чтобы постоянно говорить о Нем, а в том, чтобы видеть Его глазами, Его Царство. И поэтому, когда мы говорим за там, потоки, там, двери и все такое, это все о Нем. А если честно, это все из Него, это все Он. Поэтому наша христоцентричность не вызывает вообще никаких сомнений. Вопрос просто в том, что ты не смотришь на этот центр, а находишься в этом центре и смотришь из центра. Это понятно? Написано, мы сокрыты со Христом в Боге. То есть ты сокрыт со Христом, ты сокрыт во Христе. И поэтому моя больше задача, друзья, она сфокусировать ваш взгляд на том, как смотрит Иисус, как ты смотришь из Него. Что это означает «я в Иисусе»? Нам интересно, знаете, если написано, что Бог избрал нас в Нем до создания мира, это означает, что мне интересно, если я был в Нем до создания мира, я был избран в Нем. Мне интересно, а что там было? Что там было в вечности? Потому что Иисус, Он говорил такие слова, Он говорит, прославь Меня той славой, которую Я имел у тебя. Представляешь, мне тоже хочется знать, какая там слава у Меня была в Нем до создания мира. И мы говорим об этом, что было еще твое существование до того, как ты появился здесь на земле. Это круто. Кто-то скажет, что там, зачем? Главное Иисус, смотри на Иисуса. Конечно, главное. И мы говорим, в Иисусе мы были там. И мне интересно, что там было. Потому что Иисус свою славу, которую Он имел там до создания мира, Он ее имел в виду в голове. Иначе бы Он не смог молиться так. Прославь Меня так, как там было. Иисуса, как там было? И мне тоже интересно, как там было. Момент второй. Мы все время говорим об этом. Когда я в Иисусе, я смотрю, внимание, на кого я смотрю и как я смотрю. Я смотрю на людей, как я смотрю. Я смотрю на Отца. Вот это важный момент. Все, кто меня знает, вы слышите, я все время в основном говорю «Отец», я обращаюсь к Отцу. Не потому, что Иисуса для меня не существует, а потому, что мы с Ним одно, и мы обращаемся к Отцу. Но если честно, давайте отстраненно скажем. Вы думаете, Иисус там сам с собой разговаривает? Нет, Он с Отцом разговаривает. И когда я в Нем нахожусь, я с Отцом разговариваю. Мы как одно целое с Ним, мы с Отцом разговариваем. Это понятно? Отлично. То же самое, следующий вопрос. Кому я молюсь? Я только что сказал. Когда ты находишься в Сыне Божьем, смотришь на все Его глазами, ты кому молишься? Я все время разговариваю с Отцом, я еще раз говорю. Это меня утверждает в мысли о том, что я и есть Сын Божий, я в Нем. И поэтому я обращаюсь к Отцу. Халлилуйя. И поэтому говорится еще, когда мы говорим во имя Иисуса, на самом деле самое точное, что можно об этом сказать, говорится,
в имени Иисуса. То есть, как вот расшифрую, находясь в Иисусе, я прошу об этом. Когда говоришь во имя Иисуса, ты говоришь, находясь в Иисусе, я прошу об этом. Это еще много лет назад отец мне это открыл. Он меня спросил однажды, что значит во имя Иисуса? Я говорю, ну, написано вот такие вещи, как ради имени Иисуса. Он говорит, есть такое. Но главное, что я хочу, чтобы ты понял, когда ты говоришь во имя Иисуса, ты действуешь от имени Иисуса. В Иисусе. То есть ты говоришь, отец, во имя Иисуса, находясь в Иисусе, я прошу тебя об этом. И он разговаривает с тобой, ты не поверишь, как с Иисусом. И он вообще не видит чего-то другого, кроме него. Иисус – это мнение Бога о тебе. Аллилуйя. Я надеюсь, это понятно. Я уже так разжевываю, друзья, чтобы от меня отцепились просто с этой христоцентричностью. Потому что мы зациклены на Сыне Божьем. Сын Божий великолепный. Он в центре всего, и мы в нем. И поэтому, когда ты находишься в Иисусе, тебе интересно узнать, каков небесный. Написано, каков небесный, таковы и небесные. Когда ты понимаешь, что ты в Иисусе, тебе интересно, какой я вообще? Какой я? А мне не интересно, мне главное, какой Иисус. Друг мой, если тебе не интересно, какой ты, то и какой Иисус тебе тоже не интересен. Потому что написано, каков небесный, таковы небесные. Это означает, что Иисус, находясь здесь, в видимом мире, он говорил о себе многие вещи. Он и дверь, и входящая, выходящая дверью, и дерево жизни, то есть зеленеющее дерево. И много-много чего. Там он дальше говорит, что он звезда утренняя и так далее. Поэтому, когда ты изучаешь все эти вещи, ты изучаешь о себе. Поэтому, когда ты в Иисусе, тебе важно знать, каков ты. И когда ты узнаешь, каков ты, это ты узнаешь, каков он. Никакой разницы нет на самом деле. Аллилуйя. Я понимаю, что у кого-то, может, это все, знаешь, трещина сквозь весь арбуз идет. Но ничего страшного. Я знаю, что многие люди, когда вы только обратились, вот 20 лет назад, 30, вы как будто знали все эти вещи. А потом религия у вас это украла. Замылила, забыла, забила и так далее. Поэтому смотрите, земная духовная реальность, она предполагает, что ты смотришь на Иисуса, как будто вы с ним на расстоянии. Ты смотришь, преображаешься, ну это нормально. Когда ты находишься, ну вот мы говорим за высшую небесную реальность, да, высшая духовная реальность, ты находишься в нем и смотришь даже на себя его глазами. То есть вы представляете, что Божий Сын, он же знает, какой он рассказывает о себе, и ты тоже должен это все этим владеть. Аллилуйя. Поэтому смотрите, духовная реальность, высшая небесная и земная. Вы тут? Написано, что все земное и небесное соединилось под главою Христа. Любая реальность вам доступна. Но человек, занимающий небесную позицию, друзья, вы это должны узнать. Человек, занимающий небесную позицию, все его молитвы, услышьте это, они идут с неба на землю, как ходатайство и как владычество, как умножение владычества. А когда ты живешь в земной небесной реальности, ты постоянно как будто направляешь с земли на небо свою молитву. Ну, теперь вы мне скажите, вы сами вообще как хотите? С земли молиться в небо или с неба влиять на землю? Ну, вы понимаете? И одно и второе нормально. Но я лично выбираю второе. Я хочу, чтобы моя молитва, мое ходатайство, оно шло с неба на землю. Почему? Потому что это позиция Сына Божьего. Написано, что Он одесную престола и ходатайствует о людях. Он продолжает умножать владычество на земле. И это то, чем Он нас призвал заниматься. Кстати, об этом умножении владычества будет второй курс «Небесная цивилизация». Потому что на курсе созерцательной жизни мы пока вникаем вообще, куда мы попали. Учимся каким-то вещам. Но потом мы будем умножать владычество. Ты поймешь, ты вообще покоришь все сферы жизни вокруг себя. Земли будешь покорять. Аллилуйя. Я думаю, что, вы знаешь, Отец Небесный сейчас смотрит на нас, здесь среди нас, и говорит, наконец-то. Аллилуйя. Скажет, Яковижин с ума сошел. Давно уже. И вот, друзья,
скажет, что это за умножение владычества? Иисусу дана всякая власть на небе и на земле. Сейчас мы до этого дойдем. Смотрите, что я вам хочу зачитать. Вообще цель Иисуса, друзья, цель вообще Сына Божьего, умножать владычество. Знаете, он дал такую молитву, он говорит, молитесь, да будет воля твоя, Отца, и на земле, как на небе. То есть земля и небо, они сейчас объединены под главой Христа. И на земле, видимо, должно проявляться Царство Божие. Я надеюсь, это никому не надо объяснять. И проявление Царства Божьего в видимом мире, на земле, это и есть умножение владычества. Давайте зачитаю. Исаия 9 глава, 6-7 стих написано. Вы вникайте, потому что сейчас я буду молиться за это владычество, за каждого из вас. Особенно, вот кто первый поток закончил, это круто. Исаия 9, написано, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». Это плечи, погоны. «И нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Седьмой стих очень крутой. Написано, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правдой отныне и до века. Вау. Сейчас я зачитаю современный перевод. Седьмой стих. Слушай. Его владычество возрастать будет, и мирному царству его не будет конца на престоле Давида. Он укрепит и утвердит его справедливостью и праведностью отныне и вовеки, безраздельной любовью к народу своему. Господь воинств свершит это. Вау! Вы посмотрите, здесь говорится о том, что сын, он будет сидеть на престоле и умножать владычество. И это, друзья, внимание, не закончится никогда. Кто-то скажет, ну он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Разве уже не вся власть на небе и на земле? Дана. Вы знаете, когда он говорил притчу о талантах, почему он так серьезно относился к этому? Потому что все, что дано, должно приумножаться. Все, что не собирается, оно расточается. И поэтому Христос, великолепный Божий Сын, получив власть на небе и на земле, как нормальный управитель, начинает это умножать. Он получил все, и написано, имеющему дастся и приумножится. И он продолжает, представьте, я уже на этих словах, я уже не могу сидеть просто. Вау! Вау! И представьте, Божий Сын, великолепный Божий Сын, сейчас, если ты хочешь знать, чем он занимается, я тебе открою эту тайну и вот показываю. Он занимается умножением владычества. Он когда отправлял ребят и сказал, покорите Евангелию все народы, это уже было после того, как он получил. Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и умножайте мое владычество. Вау! Видите, у них не было такого восприятия, что типа, так тебе все дано, давай рули там. Ну все, как бы, миссия выполнена. Он говорит, не-не-не, все, что дано, должно умножаться. Вы увидите это. И говорит, идите, покорите Евангелие все народы. Ох, как мне это нравится. Ох, как мне это нравится. И вот, друзья, да, об этом мы будем уже потом учиться на небесной цивилизации. А сегодня я хочу сказать вот эти вещи. Главная задача курса созерцательной жизни, она заключается в том, чтобы ты понял, куда ты попал. Из твоего религиозного, возможно, положения, когда ты думал, что я здесь на земле, но мне надо уметь получать ответы с неба, уметь вот это все. Как я говорил, я хочу, чтобы ты понял, увидел, что
чтобы у тебя было, не было с Богом дистанций вообще никаких. Не то, что здесь на, не, здесь на, не, на земле, а Он на небесах. Нет, нет, нет. В Сыне Божьем на небе и на земле это одно и то же. Потому что все небесное и земное объединилось под главою Христа. Запомни, когда ты в Сыне Божьем, твой взгляд, он таков, что небеса и земля, они соединены. Всякий раз, когда небо кажется тебе далеким, или туда надо что-то оттуда сводить, получать с неба, куда-то там летать, эта позиция, знаешь, такая земная. Еще надо попадать на небо. Нет, в Сыне Божьем ты одновременно находишься на земле и на небе, как я уже это говорил. Почему? Потому что в нем это соединено. И поэтому на этом курсе моя задача показать мир Сына Божьего, чтобы ты видел, каково небо, чтобы ты научился этому навыку. Научился первым навыкам оперирования в сверхъестественном. Я хочу тебе сказать еще, чему ты здесь научишься. Ты научишься тому, что Христос, послушай меня, может тебя это шокирует, это не только личность. А кто это еще? Я хочу тебе это сказать, и уже говорил. Христос это не только личность, это еще и субстанция, дух животворящий. Это не значит, что Дух Животворящий – это не личность, но означает, что Он представляется еще в форме субстанций. Там вода, масло, и ну, вот эти все вещи, вино, манна. И хочу тебе сказать, что если ты в Нем, а ты в Нем, то ты должен и о себе кое-что знать, что ты можешь течь, что ты можешь пьянить. Ой, ты узнаешь здесь вообще очень много. И вот эта вся эта небесная жизнь, это мир Иисуса Христа, в который ты можешь смотреть с земли, а можешь смотреть из Него. Что ты выбираешь сегодня? Умножать владычество, находясь в Нем, или достигать? Кто-то говорит, я на небесах был, такой, а я и живу здесь. Когда ты говоришь, ты знаешь этого человека? Он несколько раз на небесах был. Я говорю, а я и живу здесь. Дружу с Соломоном, дружу с Павлом. На курсе я вас тоже с ними подружу. С Самсоном дружу. Ой, Самсончик, это вообще такая бусечка. Ты хочешь умножать владычество? Ты хочешь смотреть из Сына Божьего? Тогда тебе нужно сдаться и понять, ты Божий Сын. На небесах и на земле, без разницы. Это все одно, если ты сын. Можешь встать там, где ты есть сейчас. Я хочу, чтобы ты отнесся. Я не буду молиться долго. Я просто высвобожу на тебя пророческие эти вещи. Отец, во имя Иисуса, я прямо сейчас высвобождаю дух откровения на каждого, кто меня слышит. Я прошу, чтобы в этом духе откровения, Отец, Твоя рука сейчас переместила мысли человека. Я хочу, чтобы сейчас Твоя рука, Отец, я прошу Тебя, переместила человека в откровение Сына. Чтобы каждый, кто сейчас находится в действии этой молитвы, этого потока, попрощался с тем образом, как ты сказал, проходит уже образ земного, проходит и наступает образ небесного. Это означает, что каждый человек, кто меня сейчас слышит и будет слышать, силой твоего откровения был просвещен о том, что он в Сыне, внутри Сына, сокрыт в Сыне, смотрит глазами Сына, занимается умножением владычества вместе с Сыном, сидя на престоле возле Тебя, Отец. Закрой сейчас на несколько секунд глаза. Я говорю сейчас, и я хочу, чтобы ты чувствовал это, воспринимал это откровение. Ты сейчас находишься в Сыне на престоле.
Я говорю тебе Духом Божьим, смотри Его глазами, чувствуй Его чувствами, люби Его сердцем, ходи Его ногами, произноси Его слова. Ты в Нем. Ты в Нем. Ты в Нем. Повернись сейчас, посмотри на Отца. Скажи: Отец, я вижу Тебя. Фу. Я одесную Тебя. Мы будем умножать владычество. Как сказано, владычество на раменах Его. И умножению царства не будет предела на престоле. Ты уже на престоле, и владычество еще умножится. И оно еще умножится. Еще умножится. И этому не будет предела. Послушай меня, этому не будет конца. Никогда. Все, что будет происходить с тобой в жизни, это умножение владычества, умножение влияния, умножение сфер, на которые ты будешь воздействовать силой Божьей. Халлелуйя. Отец, спасибо тебе. Мой друг, я верю, что ты принял это из пророческого духа прямо сейчас. Я благодарю тебя за то, что ты был со мной в этом эфире. Мы не будем пускать ведро для пожертвования, для этого есть счет. Друзья, вы можете благословлять нас финансами. Особенно хочу напомнить вам за то, что мы пригласили вас в молитвенную команду, в пророческую, в команду исцеляющую, в команду, которая толкует сны. Может быть, нам надо создать еще одну команду, команду, которая финансовая такая команда, знаете, которая будет выполнять эту миссию. Ну, у Сына Божьего были какие-то женщины, которые ходили там, поддерживали его служение. Друзья, это не мотивация, но и славы Божьей. Все, что у вас будет касаться, материализовывайте, в том числе через это. Это надо для вас, и мы будем вам благодарны. Друзья, до новых встреч. В воскресенье в 12:00 у нас будет эфир. Мы с Олечкой будем служить вам, будем высвобождать благословение, благодать, помазание. И напоминаю, курсанты, в 6:00 завтра у вас будет на платформе первый урок. Он называется «Закон почитания». Это основа, база для всего вообще, для всей духовной жизни. Некоторых только сейчас догоняет, спустя 2 месяца. Сегодня брат Константин из Калининграда там по стенкам бегал прямо от радости. До него еще больше дошло это откровение. И Костя, привет тебе. Друзья, до воскресенья. Пока. Миссия тех порталов, которые я хочу начинать, она заключается во влиянии на землю. Это будут специальные порталы, которые будут влиять на землю. Духовно влияют, фактически влияют. Если есть понимание, что вы хотите влиять на землю, вот это для вас.